Уральское экологически чистое и натуральное мясо. Вурнарский мясокомбинат за качество отвечает. А если у кого-то возникают сомнения, можно прийти и лично посмотреть. На ферме предприятия более 2000 крупного рогатого скота. Из них дойных коров 830. Для производства колбас и полуфабрикатов собственной свинины хватает на 100%, а говядины на 18%. Ее также поставляют из республик Мордовия, Татарстан, сельхозпредприятий Чувашии и непосредственно население республики. Везут даже крупный рогатый скот герефордской породы из Оренбургской области. С поставщиками рассчитываются в тот же день. На предприятии хранится запас мяса на месяц. Импортные поставщики погоду в Урнарском мясокомбинате не делают. Мясокомбинат работает полностью 100% на свежем мясе. Ни одного блочного мяса пока ничего не покупали. Итальянская, немецкая техника, оборудование в Урнарском мясокомбинате только импортное. Основную долю в производстве занимают вареные колбасы. Их всего 28 видов. В 2011 году мы произвели на территории комбината большую реконструкцию. Построили, запустили этот новый цех. И этот цех, новый цех, колбасный деликатесный цех, мы его назвали, он рассчитан на 15-20 тонн выработки колбасных деликатесных изделий за смену. Смена считается у нас 8 часов. 2 тонны пельменей и 6 тонн котлет за одну смену. Полуфабрикатный цех представлен котлетами, пельменями, самсой, чебуреками, мясными палочками. Производство настолько налажено, что руководство предприятия уверено в завтрашнем дне и в том, что обеспечить в первую очередь родную республику продукции хватит, несмотря ни на какие санкции. Технологии производства продукции в Урнарском мясокомбинате постоянно совершенствуются. Для консультации и обучения приглашают специалистов из Москвы. Все это достигается благодаря умению и опыту людей. Одни машины ничего не могут делать. Коллектив у нас очень дружный, сплоченный. Многие работают десятилетиями. Есть у людей стаж, где 30 лет, 40 лет. Очень хорошо, понимает нас руководство. Все наши запросы, все наши замечания, все наши пожелания руководство учитывает. Быть ближе к потребителю – главное для Урнарского мясокомбината. В этом году здесь собираются наладить производство охлажденных полуфабрикатов по новым технологиям. Оборудование для такого удовольствия обошлось в 6 миллионов рублей.